Всем привет, новый влог. Мы только что пришли с гуляния, первый раз за долгое время сходили погулять. Кстати, посмотрите, какое солнышко на улице. Минус 4 градуса, уже все в зимнем. У Тимофея, конечно, очень велик зимний комбез Кирилла, но что делать? Ну и нам повезло, нам отдали, я вам показывала в каком-то из влогов, Кирюхе комбез и шапку зимнюю. Короче, прям повезло, и ботинки с прошлого года еще остались, они ему как раз. В общем, с одеждой зимней повезло, ничего не пришлось покупать. Вместе с детьми забрала молочку, там просто огромное количество коробок, у меня с собой не было, к сожалению, камеры, так бы я вам засняла. И еще мне прислали на обзор вот такие подгузники, сейчас чуть попозже про них расскажу, когда мы хотя бы один день ими попользуемся. И мне прислала компания 6 пачек, представляете? Подгузники-трусики, какая-то новая компания, называется Incense, как-то так. Прислали и для Кирилла, и для Тимофея. Так что в ближайшее время даже подгузники не надо будет покупать. У меня подруга, когда мы были в гостях, она вот такой вот способ показала. Я теперь тоже пользуюсь этим. Потому что Кирилл неаккуратно кушает. А когда вот так завязываешь, то более-менее. Ты все поел? Ням-ням-ням. Отлично. И маленький тут. Такие еще щечки красные с улицы. Здорово погуляли? Да, тебе понравилось? Ну сейчас надо с Мишей погуляли, да, с другом с твоим, давно не виделись. Тимофей тут сидит тоже. Тоже погулял, да, Тимофей? Это что это у вас вечерние какие-то игрища, да, Кирилл? Ты с горки катаешься? Я опять сегодня решила матрас достать, на полу поспать, потому что это скрипучий диван, мне уже надоел. У нас только что были опять гости. Мы с Кириллом сейчас все убрали, вон, видите, даже по коробочкам разложили. Нет, все-таки еще надо таких коробочек купить, классные. И... Опа! А Тимофей тоже к ребятам приставал, так за ними наблюдал. Ему так интересно всегда. Я даже не знаю, на годик вот кого звать, чтобы его примерно возраста. Все только старше и младше будут. Моя маленькая серединка. Ты моя серединка, да? Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. И ты тоже типа с горки скатываешься, Тимофей. Кирилл, аккуратно. Ну все, идемте купаться. Да. Мы собираемся идти гулять. Я решила показать, как я одеваю детей, как проходит этот процесс, как я одеваю их обоих на прогулку. Пока я еще тоже в процессе изучения, потому что зима только настала, как-то это вот так проходит.
самое интересное начинается. Да, Кирилл? Сейчас мы будем... Мама, беги! Сейчас будем ждать, какой лифт приедет. Обычно приезжает маленький, и мы стоим, ждем, пока кто-нибудь вызовет маленький. Мы в этот момент вызываем большой. Да. Да, скорее всего, приедет сейчас маленький лифт. Как я и предполагала, приехал маленький лифт, поэтому за это время я ему уже шапку одела. Перчатки уже внизу одену. Ура! Наконец! Мама! 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 Ну что? Все. Все? Гулять? Ла-я. На самокате кататься, да. Ла-я, это самокат у Кирилла. Ла-би-би-би-би. На улице не так прям холодно. Некоторые лужи даже растаяли, вон, видите. А вчера все было во льду. Я все переживаю за маленького. То, что Кирилл-то бегает, прыгает, ему хорошо. Маленькому надо, наверное, покупать зимнюю штучку на ножке. Кстати, напишите мне, пожалуйста... Давай, бери самокат. Напишите, пожалуйста, какую-нибудь универсальную штучку на ножке, потому что к этой коляске нет, не продается в этом плане ничего. Вот еще даже и снег лежит. Кстати, камера у меня садится, так что, наверное, на этом все. Пока. О, кефирчик нашел. Кирилл, он холодный, его нельзя сейчас пить. Так что мы пошли гулять. С вами пока прощаемся. И сейчас иду покупать подарок для... Настюхи, мы сегодня к ней едем в гости, к Кирилле, на крестный. Иду покупать, потому что вчера то, что я выбрала, мне не понравилось потом, и я в результате на кассе оставила. Сейчас вот быстренько куплю, и мы поедем в гости. И я вам кое-что покажу там. Думаю, что такого выбрать интересненького. Кирилл сейчас с Тимофеем, с отцом в машине сидят. Идем в мой очень любимый отдел. Вот в этот. Где малыши. Ну что, вот я такую штучку взяла. Здесь написано, правда, 56, но здесь явно это не 56. На глаз я даже вижу минимум 62. Но мне понравилось, что у нее шовчики наружу и вот эти вот ручки есть. И посмотрите, какая прелесть. Господи боже, маленькие. Я уже даже забыла, что у Тимофея тоже такие ножки, и у Кирилла были маленькие. Вот сейчас приедем. Все это аккуратненько положу. И мы, как всегда, в пробке. Хотя странно, сегодня суббота. Там авария. А, там авария, Сережа говорит. А, вот авария тут. Кирилл должен был уснуть, но вот он не спит. Спит только маленький. Сейчас Кирилл нам будет устраивать, чувствую, в гостях. И мы приехали в Северное Тушино. В мою... На мою родину, скажем так. А Кирилл, кстати, уснул. Ой, смотри, как он спит, Сереж. Головой. Угу. Мы уже подъезжаем. Сколько он поспал? Минут 30, получается, да? Ну, да. Ну, это вот более-менее достаточно. Ну что, мы приехали к Насте. На самом деле, мы уже давно приехали, просто мы... нам не до этого было. Смотрите, у нас Настя, между прочим, теперь живет не только с мужем, но еще и вот смотрите, с кем. Этим обитателем практически. Вон там кто живет. Настя, кто там живет? Кто там? Малыш? Кто там? Сережа говорил, что у меня там живут чужие. Но, вы, но это оказалось просто дети. Так что... У нас котенок. Ну, хорошо. Кирилл, тут такой подарок подарили. Вон Тимофей его весь разбросал. Кстати, Настя с Лехой только что ремонт сделали. Смотрите, как прикольно. Серый с этим. Я сама очень хочу вот такой каюту. Где вы такой купили? Папа нам сделал. Блин, нам не... Мне... Вот это вообще ковролин такой есть. То есть можно угу. Хоть всю комнату таким заложить. Кирилл, короче, тут сначала зашел весь такой испуганный, весь такой скромный. А теперь, как всегда. Да, Кирилл? Не сися, а сок. Будем дружить с семьями, с детьми. Знаешь, как это называется? Будем заставлять детей дружить. Да-да-да. Настя уже давно видео не снимает. Ну, понятное дело, сейчас не до этого немножко. Да, что-то у меня выбилось. Вот, кстати, вообще. Реально, здесь, если сидеть, видео снимать, очень красивый фон. Да, чуть я уже подумала об этом. Повесить? Да, в принципе, и на сером у меня лицо не очень, а на этом... Не, вот на голубом шикарно. Да. У меня про тебя мои некоторые зрители спрашивали, как у тебя дела. Ну, типа, где ты? Давно тебя не было видно. Да, меня уже отпишутся скоро даже те, кто на меня вообще подписался.
Но я обещаю, вот, что я продолжу в любом случае, просто чуть попозже, я пока не готова. Ну просто ты же не на тему материнства снимаешь, поэтому сейчас не... Поэтому мне сейчас надо немножко с мыслями собраться и прийти в себя. И я... Скажи, этих матерей развелось на Ютубе? Вот вообще, просто... мамки. Да, нечего смотреть просто. Только по онлайн. Только по онлайн хороший канал. Только по онлайн, только вперед. Мне каждому видео дизлайк ставят. Да, мне Сережа дизлайки ставит. Вот они, мои будущие хейтеры. Они когда узнают, что я их снимала... Антихайп! Вот он, антихайп сидит. Натуральный. Приехали домой, поели. Кирилл, смотрите, все с этими машинками. Ой, что у нас плохо. С машинками сидит, играет. Классный набор такой. Серега посуду моет. Просто не муж, а герой. А? Все при делах. Кот сидит, смотрит. Он опять расстроился, то, что мы приехали домой. Меня все мучают. Кот, я про тебя отдельное видео сниму, хорошо, Клаус? Ты у нас красивый, да? Кстати, смотрите еще, какую Тимофею подарили штучку. Классная? Настюха всегда такие классные подарки дарит, вообще просто офигенные. Мы вышли погулять, сейчас плюс 5 написано, но у меня пар завтра идет, поэтому мне кажется, что нет. Кирилл тут сейчас с папой рисует, это у Кирилла Биби такая, вот он нарисовал. Сереж, а ты чего нарисовал? Кубик? Кирилл, папа кубик нарисовал. Такая красота, все так подсвечено. Скоро под Новый год будут все украшать. Я думаю, что здесь вообще будет просто все в огнях. Зонтики сняли. А Тимофею скучно, потому что он еще не ходит. Просто сидит в коляске. Ползать сейчас холодно, да ему в этом комбизе неудобно, он очень большой. Кирюша сейчас устроил истерику. Пошли в магазин, где тележки такие с машинками. Кирюша катался на этой машинке, пока мы продукты выбирали, да? Нам пришлось время выходить. И Кирилл на весь магазин так заорал. Да, Кирилл? Да, даже мне нравится, вот он всегда правду говорит. Мы уже пришли домой. Хотела вам рассказать про подгузники, которые мне прислали от компании Incense или Incense, не знаю, как правильно читается. Китайские подгузники. Кстати, сразу хотела сказать большое спасибо этой компании, потому что прислали они мне 6 пачек. Не одну, да, там на пробу, а 6 пачек. Здесь у меня 2 пачки, одна для Кирилла, другая для Тимофея. Напомню, Кирилл у меня в подгузниках сейчас на сон и на прогулку все еще ходит, но ничего страшного. Я не считаю, что в 2 года и 1 месяц он у меня прям уже обязан бегать без подгузников, так что мы из-за этого не переживаем. Итак, для Тимофея вот такой вот XL, 13 до 15 килограмм. Это у нас, кстати, и это подгузники-трусики. Вот такие вот трусики. Они, конечно, не супер толстые. У них есть даже индикатор влаги. Резиночка хорошо тянется. Но из-за того, что они не очень толстые, их, конечно, надо часто менять. У нас протекли один раз после ночного сна, когда Кирилл очень-очень много на ночь у нас сейчас просит попить. И иногда он ночью просыпается, иногда нет. У Тимофея пока ни разу они не протекали. Тонкие, но при этом хорошо сидят. Мягкие боковины легко рвутся. Мягкая резиночка вот эта. Тимофей ругается. Так что вот такие вот у нас подгузники XL на Тимофея. И вот это у нас уже XXL, такой вот здесь золотой цвет, здесь такой вот непонятно зеленый, блестящий, болотный, от 15 килограммов. Совсем чуть-чуть больше, резиночка чуть-чуть шире. Вот такие вот есть подгузники интересные. Никакой реакции ни у Кирилла, ни у Тимофея не было, никаких высыпаний, потому что на памперс у нас, я уже вам говорила, памперсы, подгузники, трусики и у Кирилла, и у Тимофея почему-то вызывают сыпь вот в области как раз там, где подгузник находится. Эти не вызвали такого.
на меня, скажем так, сняли первый обзор. Причем приятный обзор, то есть не ругали меня там, а хвалили. Сказали, что я хорошо мотивирую. Кому интересно посмотреть, я сейчас ссылочку внизу оставлю. Канал называется Мику Фам. Иногда ввожу свое название канала, смотрю, как мне, как в поисковике YouTube меня ищет. Вот если по-русски написать Полина Никитина, там я не выйду, никак не выйду. В онлайн там вроде как выскакивают уже мои видео. Если по-русски написать, иногда тоже выскакивает. А вот если написать Полина Никитина, то нет. Хотя я иногда хэштеги, ну, оставляю. Так что, кому интересно посмотреть, в группе я уже выложила в своей ВКонтакте. Кстати, кто не заходил в нее, заходите. Там фотки появляются, видео. И кому интересно посмотреть на меня обзор, и что про меня вообще сказали другие блогеры, да, другой блогер. Заходите по ссылочке, посмотрите. Если Мику Фам меня сейчас смотрит, то большое спасибо. Мне было очень приятно такое смотреть. Слушайте, на самом деле так странно, когда ты свои видео видишь у кого-то во влоге, там, в другом видео. Вообще прикольно. Ну все, будем с вами прощаться. Большое спасибо за просмотр. И до новых моих видео. Всем пока.